Ребят, сейчас клубники жопа ешь, так что давайте приготовим низкокалорийные, вкусные, бездрожжевые пирожки слоеного теста с клубничкой. Берите любую клубничку, нарезайте ее. У меня, кстати, домашняя мамочкина. Нарезали ее в чашку туда, столовую ложку крахмала, 3 фит-парада и столовую ложку сахара. Все это на медленный огонь и варим, варим, помешиваем потихонечку. Тем временем берем слоеное тесто, раскатываем его, разделяем на вот такие вот квадратики прямоугольные и делаем разрезы. Смазываем желтком, который перемешали немножечко с сахарком. Вот потом нашу начинку и все вот так скрепляем вилочкой, чтобы было элегантно, вкусно и необычно в то же время. Затем смазываем все желточком и в духовку при 180 градусов на 15-20 минут. И все, и наслаждаемся, едим. Да и худеем, они же вообще не калорийные получаются. Приятного аппетита!